Добрый. Ирина, прошло... Евгеньевна, да. Прошло уже больше года после таких переломных событий в вашей жизни. И вот недавно был праздник, День волонтера. А вас вообще поздравили? Нет, обо мне никто не вспомнил. Обидно? Больно. Просто больно, да? Просто больно. Поздравил Луцк, поздравил Львов, поздравил и киевляне. А тут вообще никто не вспомнил. Жалко. Ир, я вижу, что сейчас настроение у вас уже хорошее. Как вы планируете дальнейшую жизнь? Будем работать. Все-таки общественную деятельность какую-то будете продолжать? Обязательно. Спасибо большое.